Здравствуйте, друзья. У нас сегодня понедельник. И мы с вами расстались в субботу, в середине дня. А сегодня ребята продолжают доделывать то, что они делали в субботу. Вот вы видите. И на самом деле тут у них еще такая работа идет по, ну как сказать, окаймлению. Я не знаю, как это правильно назвать, но они такой бортик делают. И так все это выравнивают. И приспачивают, выпиливают, видите, там такие элементики, чтобы все эти связки туда помещались. В общем, такая работа проходит. Вот, например, сюда давайте я вам покажу. Видите? Вот сегодня их тут двое всего. Не пятеро, два человека, они так аккуратненько вот этим всем занимаются, добивают, достукивают, досверливают, допиливают. Видите, у него такой инструмент, который гвоздями стреляет. У него там, как знаете, как на пулемете. Лента пулеметная, там у него гвозди. И вот он ходит и так. Бам. Добивает иногда.